Доброй ночи, незамерзающие мои полуношники. Еще раз доброй ночи. Итак, мы снова с вами в центре всех мыслимых и немыслимых развлечений. Мы с вами в центре. И, как видите, не все то, что так красиво и легко выглядит на экране, как результат, является таковым на самом деле. Вся эта красота – это есть труд целого коллектива, в котором должно быть все слажено, четко и чисто. Чисто. В результате. Коллектив, знаете ли, это дело серьезное. Вот об этом, думаю, мы сегодня с вами и поговорим этой глубокой декабрьской ночью, пока дети спят. Вы видите, как Карина и Федя спорят, и что получится в результате, вы увидите в течение ночи. Ну а вот вопрос нашего интерактива. Сегодня вам предстоит дать верный ответ на вопрос, что посадил дед в русской народной сказке. Репку, бабку или редьку. Кстати, обратите внимание, что он мог посадить именно бабку, а не бабки. Он не Буратино. Приз дисконтной карты Countdown. Самая широкая дисконтная сеть в России и за рубежом. Спасибо.
минуту. Прощаться, и кто-то будет.